1947 году я вернулся в бывшее Сталина из Макеевки, шахта «Холодная палка», где я закончил первый класс. Вернулся вот сюда, в Сталина. И вот здесь, на углу, вот на нынешнем, где мы стоим, вот это здание, там был гастроном. Да не гастроном, а продовольственный магазин. И в этом магазине, то, что мне запомнилось, я купил первый раз пирожок. Напомню, что в то время была карточная система, и можно было покупать продукты только по карточкам. А это вот первый раз, когда я что-то купил, нет, не за карточку. В этом магазине, да? Да, в этом магазине, это не запомнилось. Это у нас улица Кирова, это сегодня улица Ткаченко. Вот, все, что сейчас впереди, находится бывшая Александровка. Да и сейчас там улица Александровка. Вниз идет ДМЗ, а дальше идет Ларинка.